С доброго спортивного утра начался день физкультурника в Ленинском округе. Сотни спортсменов и любителей здорового образа жизни стали участниками забега или захода. География обширная – Смоленск, Москва, Тула. Но главные призы остались видным. Нина Щеркина, которая без кокетства называет свой возраст – 73 года, занимается спортивной ходьбой всего несколько лет. И сегодня ее копилка пополнилась еще одной золотой медалью. Мне так это нравится. Я с таким удовольствием хожу, поэтому вот все свободное время я на работу хожу. Среди бегунов первым стал наш земляк Александр Гордеев. 3 километра он преодолел за 11 минут, тем самым улучшив свое собственное время. У меня много знакомых, которые не пьют, не курят и занимаются бегом. Московский марафон, в частности, принимает участие. Вот. Я тоже участник этих забегов. Жарко было и на самых, пожалуй, милых состязаниях на беговелах. 2-3-летние спортсмены, которые только недавно научились ходить, уже шустро стартуют и покоряют дистанцию. Малышка Ульяна Архипова впервые в своей жизни участвует в настоящих соревнованиях. И спортивный дебют удался. Мама юной чемпионки признается, что невероятно горда первой победой дочери. Беговел – это очень удобная штука. Это первое транспортное средство после коляски. Поэтому, да, всех своих детей, у меня их трое, я пересаживала сразу после коляски с 2 лет на беговел. То есть она самостоятельно сейчас, Уля, передвигается на беговеле. Ну и гонки, как бы, да, такой азарт, спортивный драйв. В этом году праздник выдался очень масштабным – более 20 площадок по всему муниципалитету. Главным же стал стадион «Металлург». С приветственным словом гостям обратился советник главы муниципалитета Моисей Шамаилов. Чтобы спорт привлекал и приобщал к себе все больше и больше жителей нашего Ленинского городского округа. А для этого мы стараемся делать все возможное и создавать условия, и строить новые объекты. Футбол, баскетбол, теннис, кроссфит, плавание – все эти виды спорта очень популярны у наших жителей. Тренер по волейболу из поселка совхоза имени Ленина Наталья Долгова рассказывает, что только за последние годы число ее учеников выросло в разы. Достаточно востребованный вид спорта – волейбол. Я тренирую детей от 7 лет и до, скажем так, бесконечности. У меня 4 группы. Есть младшие дети, среднего возраста, старшие дети, ну и, соответственно, взрослые. Взрастила видновская земля и всемирно известных спортсменов. Среди почетных гостей праздника – серебряный призер Олимпийских игр Иван Гирев. И сегодня он не только делился с фанатами чемпионскими секретами и раздавал автографы, но и провел для них тренировку. Левую ногу вперед, присели, повернулись в эту же сторону, свернулись, шагнули обратно. Потрачены десятки тысяч калорий, пролито немало пота, болят мышцы, но сердце радуется. Эмоции, которые дарит спорт, незабываемы, их ни с чем не спутаешь. Это великолепный праздник. Конечно, я все наше население Ленинского округа, всех спортсменов, все, кто ведут здоровый образ жизни, начиная от 2-летнего, заканчивая 70-90-летним, который в бассейн ходит, поздравляю с Днем физкультурника. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.